Сегодня Челябинская область передает свою вахту памяти в город Новосибирск. Череду мероприятий международной вахты памяти нас, миллионы панфиловцев, открыла научная конференция «Боевое братство народов в Великой Отечественной войне. Исторический аспект». Ученые выслушали и обсудили доклады, в которых родственные отношения России, Киргизии и Казахстана рассматривали на примере многонациональной панфиловской дивизии. Вот эта акция, которая посвящена подвигу панфиловцев, у нас стартовала в Оренбурге месяц назад. Мероприятие пройдет еще в ряде городов на территории Российской Федерации и завершится в Москве в следующем году. Мероприятие посвящено теме нашей общей истории всего евразийского пространства, общей нашей памяти, исторической памяти о Великой Отечественной войне. В мероприятии приняли участие представители народов Средней Азии. Они считают, что подобные встречи особенно полезны для молодежи, ведь это помогает воспитывать уважение к другим национальностям. Знаете, один мудрец сказал, когда беда, народы сплачиваются вместе. Понимаете, да? И они забывают, что они разные, они становятся единым целым. Но если бы, говорит, люди во время мира такую же сплощенность сохранили бы, то они были бы ангелами. На территории постсоветского пространства подобные мероприятия проводятся регулярно. Все они призваны сплотить наше многонациональное общество.